Что у нас био? Что мы планируем? Скажите мне, по посадке деревьев. Да, мы занимаемся и обследованием магистральных центральных улиц, в том числе мест общего пользования. Марина, у нас уже есть, да, Вячеслав Иванович, коммуникация с Реднордом. Да. Липы не подходят там на Индепенденции. На Индепенденции? Просто не подходят. Соседи, по крайней мере, те, кто вышли, мы были в пятницу в 6 вечера на встрече с жителями, и все, кто вышли, они все просили липы. Значит, соседям надо всем говорить, что мы можем, что не можем. Да? Там есть линия электропередач. И сажать сегодня дерево, чтобы потом обслуживание этого дерева стоило нам 25 его стоимостей каждого. Давайте будем думать. Да, но если выбрать что-то из декоративного. Выберем что-то из декоративного. Значит, не оставим там пусто. Людей еще раз и объяснять, надо будет, что, конечно, надо будет. Только один мужчина высказался. Ну, видно, может, не всем объяснили нормально, да? То есть есть коммуникации. Нет, они говорили, что они хотят крону, они хотят тень. Понятно, есть декоративные деревья. Да, линия, конечно. Есть декоративные деревья, поэтому мы должны исходить из этого. Значит, мы сделаем еще раз объявление. То есть, во-первых, всем объяснить, Индепенденции без зеленых насаждений не останется. Там будут зеленые насаждения в виде декоративных деревьев. Для того, чтобы у нас там было и красиво, и тенисто. А просто так, что вот хочу вот это, что мало желателей там посадить орехи или алычу, я думаю, очень много. Но это же как-то регулируется. Это потом еще проблема. Ну вот, ну вот. А что, с липой мало проблем? Для канализации? Для био? Тополь. Тополь. Самая большая, по-моему, проблема на сегодняшний день.